Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего Жиркова были Химки. Юрий родился в Тамбове и начинал карьеру в составе местного «Спартака». Позже он играл за ЦСКА, Челси, Анжи, Динамо и Зенит. Он многократный победитель чемпионата России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. С Челси выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Англии. Всего на клубном уровне 21 трофей. В составе сборной России Жирков провел 105 матчей и забил 2 мяча. Он выиграл бронзу Евро 2008 вместе с командой.